Америка всегда славилась тем, что любой человек, приехав в Америку, может стать миллионером. Уже лет 10 это не так. В Россию можно сегодня приехать, и любой человек может стать миллионером. Жить по расписанию, вставать там в 5 утра, идти на работу, куда-то ехать каждый день, 2 часа в одну сторону, 2 часа в другую. Ну зачем вы идете на эту работу? Вы ее ненавидите. Ваш босс постоянно вам пилит мозг. Вы не получаете должного внимания, вы не получаете должной зарплаты. Зачем вы ходите на работу? И две вещи, которые в нашей жизни не возвращаются, это время и возможность. Чем быстрее человек придет в систему многоуровневого бизнеса, тем быстрее он станет свободным, независимым и богатым. В нашей компании Skyway Invest Group для предпринимательства созданы абсолютно все условия. И Андрей Федорович Ховратов стал успешным, обеспеченным человеком, миллионером, не благодаря распилу госимущества и не благодаря продаже там природных ресурсов, а именно благодаря науке инвестирования, причем с нуля. Мы даем в первую очередь возможность образовываться с нами, получать знания по финансам и инвестициям. Сейчас люди, которые начали строить бизнес в многоуровневом краудинвестинге в нашей компании Skyway Invest Group, они уже сейчас зарабатывают неприличные деньги. Если вы не зарабатываете деньги, пока вы спите, вам срочно нужно что-то менять в вашей жизни. Главным должно быть это общество потребителей. Общество потребителей – это мы с вами. Мы есть главными, по сути, мы двигаем экономику. Есть люди, которые знают законы денег и умеют ими управлять, а есть люди, которые просто не знают этих законов и не умеют этими законами, деньгами управлять. У каждого простого смертного человека есть возможность быть сопричастным к масштабному, большому, мегабольшому бизнесу, к триллионному рынку. То есть мы с вами сегодня имеем возможность стать участниками бизнеса, который будет нам давать колоссальный, огромный доход. Необходимо просто взять на себя обязательства за себя, за свою семью, за тот город, где ты живешь, за ту страну, в которой ты живешь. И понимать, что не один президент отвечает за всю страну, а каждый человек отвечает за свою собственную страну, за свой собственный город. Если вы самообразуетесь, вы сможете создать любой продукт, любой бизнес, любую деятельность, которая будет приносить вам гораздо большие дивиденды и инвестиции. Сколько раз в жизни вам приходила информация или возможность стать совладельцами чего-то? Каждый из вас получит возможность заняться великим, могущественным бизнесом. Далее идет реализация проекта. Проект реализовывается, и люди, которые участвуют в этом, они же получают прибыль. В дальнейшем эти доли превратятся в определенные ценные бумаги, которые могут принести вам и другим людям большие дивиденды. Уже много, десятки людей по статусу менеджер, которые ежемесячно делают объем по 100 тысяч долларов. Наш рынок – это как минимум 250 триллионов. 5 миллионов мы берем среднее за километр, 50 миллионов нам километров необходимо построить. И мы видим, что в каждой стране, где бы мы ни работали, на уровне правительства, на уровне мэрии, на уровне институтов, на уровне торгово-промышленных палат, на уровне бизнесменов, всем это нужно. Какие предложения на рынке есть круче или больше из того, что вы услышали сейчас? И не говоря уже о завтрашнем дне, сегодня мы можем зарабатывать. И сегодня в компании чеки от 10 тысяч долларов до 30 тысяч долларов. То есть им выгодно пользоваться тем, во что они вложили деньги, потому что они еще больше будут получать прибыль. Посмотрите на то, что сегодня вам попало в руки с другой точки зрения. У нас примерно 50% людей смогут владеть большими капиталами, чем сегодня владеют 10% элиты мировой. А наша мечта, мечта о прекрасном доме, мечта о нашем, о машине, мечта о возможностях дать детям получить хорошее образование, куда-то съездить хоть один раз в жизни. Если даже он потеряет где-то работу, ему не нужно плакаться, что у него нет работы. Он может сам пойти и заработать себе денег. И самое главное в бизнесе, я думаю, это тема бизнеса.
нарастают и экология, нарастает и транспортный коллапс. Транспорт должен быть экологичным, транспорт должен быть безопасным, по цене быть доступным для многих людей, потому что все больше и больше людей двигаются по транспорту. Если мы не изменим существующий подход к природным ресурсам, то в ближайшие 2-3 поколения может возникнуть точка невозврата. Ребят, а мы вообще можем, в принципе, на этой планете перестать существовать? И вообще нам необходимо выходить на новый уровень сознания? Мы сегодня поддерживаем технологию, новую транспортную технологию. Спросом эта технология будет пользоваться абсолютно во всем мире. В целом технология SkyWay поддержала людей более чем из 200 стран мира. И вот народ, который поверил, почему народ это сделал? Мы создаем то, чем сами будем пользоваться. То есть транспорт появился и из картинок превратился в материальный, реальный транспорт, который мы уже видим сегодня. Но еще самый интересный момент заключается в том, что люди, которые будут продвигать эту технологию и потом внедрение в адресных проектах, между ними может распределиться примерно от 10 до 20%. Это ни много ни мало, от 50 до 100 триллионов долларов. И осталось совершенно немного времени просто вот запрыгнуть, успеть попасть сюда. Каждый, кто проинвестировал в технологию, становится ее совладельцем и в будущем рассчитывает на получение дивидендов от реализации технологии SkyWay во всем мире. Когда мы построим 50 миллионов километров дорог, эта стоимость будет минимум 10 миллионов долларов вашего актива. С доходностью на одну акцию от 100 до 50, до 500 долларов на одну акцию. Краудинвестинг – это очень востребованный, очень простой и, самое главное, доступный способ финансирования новой технологии. Ну, мы простые люди в основном, да, 80%, но мир меняет 1% гениев. Вот Анатолий Дарьевич Юницкий – показатель и образец, и самое главное, что проект SkyWay, он не просто является транспортной ниши. Это отраслеобразующее направление. И мы идем за гением. За гением, который вот никому не отдает свою идею и 40 лет несет ее в люди. Это человек, который меняет мышление в первую очередь. Это человек, который сказал, хватит жить по тем стандартам, которые нам навязаны. Люди уже приезжают, интересуются и говорят, да, этот транспорт в нашем государстве будет. Благодаря тому, друзья, что Анатолий Эдуардович стратегически правильно выбрал метод финансирования, а именно как краудинвестинг, это стало возможно. Мы сделали это вместе с вами, дорогие друзья, с теми, кто поддержал эту технологию. Сейчас многоуровень краудинвестинг – это именно инвестиции в производство. У вас есть тоже такая возможность присоединиться к этому бизнесу, изучить его. На самом деле он очень простой. Я всегда, когда встречаюсь с людьми, хочу им подарить самые большие подарки в их жизни. И не упускайте те возможности, которые на самом деле бывают раз в 100 лет, а значит один раз в жизни. Счастье – это когда твои мечты реализуются, особенно при жизни. И у вас будет шанс показать то, что вы эту возможность не упустили. Все могут мечтать. И у всех есть мечты. Вопрос в другом. Готов ли человек бороться за свою мечту?